Ассаламу алейкум, құрметті жерлестер! Друзья, всем привет! Недавно Димаш Кудайберген дал в Алматы чудесный сольный концерт. Диас во всем мире уже успели пересмотреть фанкамы шоу. Конечно, всем хотелось бы посмотреть качественные съемки всего выступления Димаша, узнать, как скоро будет новый концерт, и вот что артист сообщил со своей страницы в соцсети. «Скоро появится телеверсия концерта в Алматы. Я подтвердил дату следующего концерта, в какой стране и когда, сообщу чуть позже». Друзья, спасибо Димашу за сюрприз, а мы, конечно же, будем ждать. А пока давайте попытаемся помечтать и догадаться, в какой стране будет проходить новый концерт. Начнем с очевидных фактов. Вот что справедливо пишет в комментарии Кунсулу Акпарова. У Димаша не закончен прошлый тур, только Минск остался. Еще в афишах Игорь Крутой был указан. Да, друзья, все правильно. Получается, что Димаш собирается выступить еще до Минска. Проще всего провести сольный концерт в Казахстане. Дома, как известно, и родные стены помогают. Но Димаша ждут во всем мире. Уже подготовлена песня на испанском языке, и мелодия записана на студии Мосфильма в Москве. Самое время выступить с новой песней в странах Латинской Америки, может, в Мексике, ведь там давно ждут артиста, судя по многочисленным приглашениям от поклонниц. Вот что пишет на испанском языке Мия Ярери Рейс Луна. «Димаш, я хотела бы, чтобы это было в Мексике, но обязательно будет в России. Привет от меня и мамы!» А вот еще одно сообщение на испанском от Лилиан. «Я бы хотела концерта в Латинской Америке». Друзья, как вы помните, Димаш уже выступал в России, Украине, Германии, Франции, Латвии, Беларуси, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, США, Японии, Англии и так далее. Логично представить, что артист выберет страну, где еще не было его большого выступления. В сообществе нашего канала зрители предположили, что шоу может пройти в Турции. Вот что пишет об этом Галия Брахман. «Турция, наверное. Там спокойно хотя бы. Тьфу-тьфу. Отличный был бы концерт. Очень даже». Друзья, как вы сами помните, Димаш только в этом году был несколько раз в Стамбуле и даже общался с директором государственной телерадиокомпании Турции, доктором социологии Рабие Бикакчи. Надеемся, что эта встреча была вызвана подготовкой к будущему концерту в Турции. Напомним, что артиста также приглашали в Малайзию, Филиппины, Вьетнам, Корею. Но где бы ни было следующее выступление Димаша, большинство Диас будет рада любой концертной площадке. Один из зрителей нашего канала справедливо написал: «Его ждут во многих местах. Выбирать Димашу». Ну что ж, друзья, лучше и не скажешь. Ждем телеверсию концерта Димаша в Алматы и готовимся к новому шоу.